Друзья, ну что ж, всем привет, сам собирающим улыстер, сегодня как бы со мной мой брат. Сегодня как бы у нас, друзья, чтобы вы понимали, руль, вот. И сегодня, ребята, данный вот молодой человек будет сдавать на права на руле. Потому что, пацаны, как мы помним, в прошлый раз у него вообще ничего как бы не получилось. Он не смог наваливать боком, он не смог, пацаны, ехать по прямой, он даже не смог нормально разогнаться. И как бы я ему давал как бы время от времени компьютер, чтобы он как бы играл, чтобы он учился. И, пацаны, сегодня мы посмотрим, насколько хорошо он научился за это все время, пацаны, наваливать боком на руле, как бы играть вообще. О, привет, друзья! Давайте-ка я вам расскажу про игру. Как бы я нашел реальный симулятор жизни на гребаный телефон. Так что, друзья, давайте-ка я вам расскажу про эту игру более подробно и покажу вообще, что в этой игре, пацаны. Потому что там очень много чего интересного. Как бы там есть реальные машины. Как бы сейчас я покупаю себе новую BMW M6 прямо с салона. Давайте-ка я вам расскажу про эту игру и покажу. Последнее время стал проводить очень много времени с телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игру. Я наткнулся на онлайн РП, в котором можно играть по сети. И действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Так что, ребята, попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Лестер, который даст вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль. Он же тот самый Кадиллак. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое, это перейти по ссылочке в описании и скачать игру. И второе, установить игру на свой телефон. А третье, в настройках, пацаны, вам надо будет выбрать игровой ник в формате, имя, нижнее подчеркивание, фамилия. А уже после можно выбрать сервер, на котором вы будете играть. И не забывайте про мой промокод Лестер, который даст вам деньги и машину. И, друзья, это как бы Аста Корса на карте карпаркинга, друзья. Сэшка вся раздолбанная, прям как он сам. Вот. И, друзья, ну что ж, ты готов? Я охуел. Я вообще не раздолбанный. Ты готов к, так сказать, испытанию, к сдаче на права, как говорится? Сможешь сдать на права? Да, я очень сильно подготовился. Ты прям готов, чтобы подписчикам показать настоящее зрелище, да, как я понял? Да. Окей, ну, мы это как бы запомним, насколько ты как бы хорошо, собственно говоря, это самое научился. Сейчас мы как бы все увидим. Давай, как бы садись за руль и показывай нам навыки своего вождения, как говорится, и так далее. Давай. Ну что ж, посмотрим, друзья, что он нам вообще покажет. И, друзья, покажет ли он нам вообще что-нибудь интересное. Давай, чувак. Так. Мы в тебя, конечно, не особо верим, но давай, начинай. Я не вижу, мне нужна подушка. Сейчас возьму. Тебе нужна подушка? Да, чтобы, ребята, я с кайфом был. Ты готов? Готов. Давай, пошел. Показывай нам мастерство. Давай, как бы, сдавай. Ты даже не успел начать, ты уже под картой. Вот как так, чувак? Как так? Давай. Я не знаю. Кидай на заднюю. Я знаю. Давай. Я знаю, как это делается. А, ты даже знаешь. Ну, ладно, извиняй. Так, кидай на первую передачу. Да нет, давай. Начинай, показывай уже. Первая, вторая, третья, я уже так быстро. Давай, пошел. Боком дал. Давай. Это все, что ты можешь? Ну, хоть что-то показал подписчикам. Это было вообще ничего, давай. Так, ребята, короче. Че, короче? Ребят, сейчас пиздец будет. Что? Ты почему на четвертую дал? Чувак, четвертая слишком. Все, ты сломал машину. Одно колесо просто упало под карту, смотри. Показывай мне и подписчикам настоящие навыки вождения. Ну давай, окей. Чувак, что-нибудь покажи, давай. О, кстати, это же карпаркинг сейчас, да? Это карпаркинг. Сейчас кое-куда поеду, я тебе кое-что покажу. Ты давай показывай нам дрифт, ладно, чувак. Погнали. Давай, первое, давай. Это, что ты делаешь, чувак? О, чуть-чуть нормально было. Это блин, не было нормально, это было ужасно, ну ладно. Блин, я не знаю. Короче, все, погнали. Ты что вытворяешь? Давай, чувак, делай что-нибудь, показывай. Я, короче, понял его схему, он просто крутит рулем. Да блин, ребят, я не умею. Ты что, так сильно разучился наваливать, чувак? У меня кое-какой... У меня один секрет есть. Сейчас я секрет? Его, сейчас я его использую. Давай, покажи. Свои секреты используй. Не знаю, это секрет. Самый крутой секрет в этом мире. Смотри. Давай, показывай. Полностью раскручиваем руль. И? Видел? Нет, смотри. Подожди. И? Да блин, а чего у меня не получилось? Это что, твой секрет, чувак? Нифига ты секретный человек сам по себе вообще. Ты что делаешь? Блин, я не знаю. О, давай лицо первое.
Какое лицо? Первое лицо, чтобы руль виднелся. Чтобы руль виднелся? Ага. Ты вот так хочешь? Ну, да, так. Покруче. Чё, и где, и что? Так что? Ты давай с одной рукой буду. Что делаешь? Ты слишком много газа даешь, и тебя поэтому перекручивает. Реально? Да. Давай, Аль. Я думал... Вот так, дергай просто газом. А, я понял, да. Я тебе не говорил ему ломать, чувак. Он просто вот так вот ногой. На. Ладно. Чувак, надо аккуратно контролировать газом. Давай. Да, блин, ребята, меня уже бесит это. Меня тоже уже бесит, что ты ничего не... Ладно, давай просто попробуй доехать до тоннеля, который там, за городом. За минуту сможешь? За минуту, окей. За минуту? Нет, за 30 секунд. Нет, за минуту, окей. Нет, за 40 секунд сможешь? Давай, за 40 секунд. Налево и тапочку в пол. Давай. А я тем временем буду считать. Давай, подожди, пошел. Подожди, когда я скажу старт. Давай. Раз. Посмотрим, насколько он быстро водит по прямой. И вообще сможет ли он. Так. Офигел, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да блин! Ее заносит. Так, давай, уже 10, 11, 12. Подожди, давай заново. Ладно, давай. Раз. Блять. Давай, раз. Похуй. Погнали, похуй. Что ты вытворяешь? Подожди. Да, блять, меня бесит, сука. Давай, все. А нафиг она дрифтит, сука, не дрифти. Еще раз я увижу это. Подожди, все, погнали. Все, я. Дай третью передачу. Переключу. Давай, уже 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Успел. Ты успел, чувак. Смотри, как я еду. Так, ребята, я научился наваливать. Тебе хана сейчас будет, смотри. Я заторможу. Фиг ты затормозишь, куда ты тормозишь? Тормози. Куда тормозить? Тормози, так, а куда? Сейчас... Куда он будет тормозить? А, как? Короче, я показываю мастер-класс. Давай, показывай вот то, что ты умеешь, чувак, вот по-настоящему. А то уже, блин, подписчикам уже даже неинтересно, блин, на тебя смотреть, понимаешь? Ты должен показывать мастерство дрифта, а не какой-то... Ребят, поставьте лайк, я смогу. Друзья, если... давайте поставим лайк, может быть, он как-то сможет, не знаю. Так, если будет под этим роликом 20 тысяч лайков, то я такое сделаю. Так, я видел, вы поставили. Так. Давай. Давай, тапочку в пол, пошел. Давай прям много дыму, давай. Третью, давай. Крути шарманку, давай. Давай, крути ее, крути. Четвертая, давай, пофиг, давай. Нет, не может, ладно. Давай, фигач, давай. Давай. И обратно на дорогу, давай, пошел. Тапочка, пошел, много дыма, давай. Покажи подписчикам настоящий дрифт, давай. Так, нифига так. Нифига ты дрифтер. Так, нифига так. Нифига ты вытворяешь. Офигеть, ты что делаешь? Нифига себе. Пацаны, вы это видите, что он вытворяет? Охренеть. Стопэ, уже хватит. Друзья, набираем по данным роликам 2000 лайков, да хватит. Набираем по данным роликам 2000 лайков, и я его буду учить наваливать боком, друзья, в Хастакорса или в Карпарке. Так что, пацаны, ставим лайки, подписываемся. На этом у нас все, ты на права не сдал. Можешь выходить, пока. Так что, пацаны, всем удачи, всем пока-пока. До скорых, друзья, всем встреч.